Как всегда, место почистили, освободили. И устроили свалку. Да, это поток моих мыслей. И еще я пока вот снимала, видите, уже все уехали. Какой дождь идет, обыкновенный. Уже убежала. Зашли в детский мир, купила ей подгузники, трусики, футболку, пластилин такой мармелад, шоу прикольный. Всем моим подписчикам привет. Алис, там опять, по-моему, дождь собирается. Погода капец, лето вообще называется. Шапка в куртку. Гуляем. Никак не нагуляемся. Дождь прошел, теперь тепло. Ну вон курицы. Я еду, а курицы вот. Мне главное их не задавить. О, одна побежала. Я живу в деревне, я живу в деревне. Ого, куда они в лес-то пошли? Курицы, вы что там делать будете? Куда они побежали-то? О, вон она. Прикол. Решили купить вот сегодня вот такой пластилин маршмеллоу. Маршмеллоу, короче, как зефирки. Сейчас посмотрим, что это такое. Ну, в общем, вот... Такой непонятный какой-то.